сейчас должен быть танк. Ну-ка, давайте, давайте нам танк. Да, новый танк. Это Феникс, ребята, конечно же, это Феникс. Все, отлично. Просто зеленый сундучок, ребята. И когда мы его открываем, вот такая вот интересная анимация с зеленым сундуком. Ну что, давайте новый танчик из эпического сундука. Да, ребята, выпал Титан. Ребятушки, всем здорово, с вами Артимен, мы в Hills of Steel 2. Ребята, я вам представляю новый проект, это мой новый аккаунт в Hills of Steel 2. Необычный аккаунт, ребятки, на нем я буду специально открывать сейчас вместе с вами эпические сундучки, ребятки. И мы прокачаем этот аккаунт, посмотрим. Короче, у нас лига новичков, ребята, как видите, просто лига новичков. Я только прошел обучение, получил танк Морти за обучение. У меня ничего нет, никаких танков, кроме вот этих двух начальных, Джокер второго уровня и Морти второго уровня, ребятки. И больше на этом аккаунте совершенно ничего нет, вообще ничего. Поэтому, ребята, короче, сегодня мы с вами сыграем на этом аккаунте. Ну, точнее, пооткрываем кейсики, обязательно пооткрываем кейсики, это мой новый аккаунт. Я, к сожалению, не могу посмотреть, как посмотреть. Ну, короче, где никнейм, где посмотреть никнейм. Я что-то запутался сам, тут негде посмотреть, ладно. Короче, ребята, а вы видели хоть раз зеленый сундук? Серьезно, зеленый сундук, между прочим, да? Такого вы, наверное, не видели, разве что только, ребята, в обучении. Он выдается в обучении, и он не требует времени для открытия. Просто зеленый сундучок, ребята. И когда мы его открываем, вот такая вот интересная анимация с зеленым сундуком и зеленым фоном вокруг. Из него нам выпадают монетки, гемасики и чуть-чуть деталек для танка. Короче, это начальный сундук, который дается новичкам для прокачивания. У меня здесь совершенно ничего нет. Все нужно просто, все нужно покупать. И мы, ребятки, с вами просто сейчас сюда, наверное, задонатим. И пооткрываем одни эпические кейсики, ребятки. Ну что, погнали. Будем открывать с вами эпические кейсы на новом аккаунте. Будем открывать их до тех пор, пока не соберем все танки и не прокачаем их до 15 уровня. Да, ребята, это мой новый проект. Поэтому обязательно сейчас поставьте лайкос, подпишитесь на канал. А мы начинаем, ребята. Так, ну что, ребятки, у нас есть первый эпический сундучок, и мы его с вами открываем на новом аккаунте. Ребята, повторюсь, тут только Феникс и Морти, больше ничего. Погнали, смотрим, что мне выпадет. Интересно, с какого раза мне выпадет первая легендарочка? Очень интересно, и не знаю, конечно, смогу ли я столько открыть сегодня сундуков. Погнали, 7 гемасиков. 160 сразу деталей на Морти, воу-воу, я его прокачать могу. Так, 40 деталек на Джокера и... эпический, ребята, сразу эпический усилитель, генератор на Джокера. Крутяк, ребята, а сейчас мы с вами сразу-то Танчилу-то и прокачаем. Давайте мы его прокачаем, Джокера, до второго уровня, чтобы, так сказать, крутяк было. Так, замечательно, замечательно. И сразу у меня есть еще на нем, ребята, эпический. Да ладно, это, конечно, какая-то жесть. Это просто жесть, сразу эпик с первого сундука. Ладно, ребята, погнали открывать сундучки дальше. Так, ребятки, у нас второй эпический сундук на нашем новом аккаунте. Кстати, ребята, никнейм я вам так и не назвал. Не назвал, Донатер777, если что, его можно увидеть только в бою. Почему-то нельзя посмотреть в меню. Короче, вот такой вот никнейм, ребятки. Погнали, 320 монет, 6 гемасов, 80 карт на Морти. Дальше идем, 120 карт на Джокера. И эпический, ребята, снова эпический усилитель, динамит на Тауэра. Причем Тауэра у меня, ребята, еще нет. Ну-ка, и что у нас здесь? Новый танк, ребята! Да, ребятки, я выиграл новый танк Спарки со второго эпического сундука. Ну что, погнали открывать с вами дальше, ребята. Ну что, ребята, у нас третий эпический сундук. Давайте откроем третий с вами эпический сундук. Здесь 340 монет, 5 гемасиков, 120 монет на Джокера, 40, не монет, а деталей на Морти. Так, 40 деталей на Спарки. И, ребятки, у нас эпический усилитель на Джокера. Ну что, ребятки, продолжаем с вами дальше открывать эти сундучки. Ну что, ребята, четвертый у нас эпический сундучок. Открываем его, 300 монеток, у нас 3 гемасика, 120 карт на Спарки, 40 карт на Морти, 40 карт на Джокера и... динамит, ребята, нет, не эпический, редкий динамит на Вале. Ну что, давайте новый танчик из эпического сундука. Да, ребята, выпал Титан.
Серьезно, выпал Титан. Получается, это уже второй танк, который выпал из эпического сундука. Короче, 4 эпических сундука и 2 танка у меня уже есть, ребятки, да? Смотрите, у меня Титанчик и Спарки выпали. Давайте продолжать открывать дальше. Так, ребята, 5-й эпический сундук. Давайте его откроем вместе с вами. 400 монет, 5 гемасов, 40 карт на Спарки, 40 карт на Джокера, 80 карт на Морти у нас уже тем временем. 40 карт на нового Титана. И последнее, что у нас? Эпический, ребята, снова эпический усилитель на Титанчика. Выпал Форсаж. Хорошо, давайте продолжать открывать сундуки дальше. Так, ребята, у нас 6-й эпический сундук. Открываем его вместе с вами. 300 монеток, 6 гемасов, 120 карт на Титана выпадает, 40 карт на Спарки. Хорошо, хорошо, 40 карт на Джокера. И давайте, новый танчик дайте нам. Не дали, вы что, серьезно? Обычный, ребята, нет, это обычный усилитель на Джокера, боеприпасы. Так, а где новые танки? Где же там Конг, Скорпион? Ребята, у нас всего, пока что, напоминаю, 2 танка выпало, Титан и Спарки, больше ничего нет. Ладно, продолжаем открывать. Так, это у нас 7-й по счету эпический сундук, давайте его откроем. 340 монет, 3 гемасика, 80 карт Спарки, 80 карт на Джокера. Да что ж такое, на Джокера постоянно падает. И редкий усилитель на Скорпиона, которого у меня, к сожалению, нет. И нового танчика, ребята, здесь, к сожалению, тоже не выпало. Ладно, продолжаем дальше, ребятки. И 8-й эпический сундук. 8-й уже по счету, ничего себе, я всего 2 танка выбил. Так, 5 гемасов, 80 карт на Джокера, на Морти 40 карт, 40 карт на Спарки и 40 карт на Титана. И, о, усилитель, ребята, редкий усилитель на Вале, значит, сейчас должен быть танк. Ну-ка, давайте, давайте нам танк. Да, новый танк, это Феникс, ребята, конечно же, это Феникс. Все, отлично. Наш новый танк на новом аккаунте нам выпал замечательно, крутяк вообще. Окей, продолжаем дальше. Так, ребята, 9-й эпический сундук у нас уже здесь. Монетки, гемасики, 40 карт на Джокера, 80 на Морти, 40 на Спарки. Так, 40 на Феникса нового, редкие усилители, ребята, на Титана. И давайте новый танчик, ну же, да, ничего себе, второй танк подряд, ребята, с 9-го эпического сундука мне выпадает Валли, ребята, еще одной очередной танк, крутяк, слушайте, очень круто. Ну что, а мы продолжаем открывать дальше. Ну что, у нас 10-й юбилейный эпический сундучок. Давайте, падайте уже легендарочки, падайте легендарочки, я хочу легендарочки. 40 джокеров, да, 40 джокеров, деталей, 40 деталей на Титана, 40 на Мортика, 40 на Вали, что-то по 40 падает, 40 на Феникса, ребята, что-то реально все по 40. И что у нас дальше? Что, усилитель? Неужели? Да, ребята, это просто обычные редкие, ребята, усилитель мне выпал. Так, хорошо, продолжаем дальше, ребятки. Так, ну что, у нас 11-й сундучок, давайте откроем его. 340 монет, 2 гемасика, 40 карт на Морти, 80 на Титана, 40 на Валли и 40 на Спарки. Дальше, ребятки, у нас... нет, это редкий усилитель на шифта выпал, плюс 10% к урону. Крутяк, продолжаем, ребята, дальше. Так, 12-й сундучок у нас пошел, 12-й уже, давайте его откроем, бам, 300 монет, 3 гемасика, 40 карт на Спарки, ой, это же Вали, да, а вот теперь 40 карт на Спарки, идем дальше, точнее на Вали, нет, Вали, Морти, да, 40 карт на Джокера, 40 карт на Титана, воу, сколько здесь много, ребята, предметов, 40 карт на Феникса. Усилитель обычный на Тауэрчика. И новый танк, ребята, да, это по-любому новый танчик. Да, ребята, Тауэр мне выпал. Это получается с 12-го сундука выпадает мне Тауэр. Крутяк, воу-воу-воу. Супер, отлично, нет, получается, да, 12 сундуков и уже есть Тауэр. Так, 13-й сундук у нас уже на подходе. Открываем его, монетки, гемасики, как всегда. 40 карт на Титана, 40 на Теслу, 40 на Морти и 80 на Вали. И редкий, ребята, усилитель на Бака мне выпадает. Плюс 15 к специальному умению. Танка здесь, к сожалению, не оказалось. Но мы продолжаем дальше. Так, 14-й, уже 14-й сундук эпический. Давайте открываем его. 360 монет, 12 гемасиков, 120, ничего себе, карт на Титана,
40 карт на Феникса, идем дальше, 40 карт на Тауэра, и что, не будет танка? Да, да, нет, есть новый танк, ребята, это же Гэтлин, да, ребятки, это Гэтлин, нам выпал новый танк, ничего себе, я уже думал, сейчас выпадет какой-нибудь обычный усилитель, а нам выпал, ребята, реально Гэтлин на 14-м эпическом сундуке новый танк Гэтлин, отлично, ребята, продолжаем дальше. И, ребята, 15-й, уже 15-й эпический сундук. Давайте его откроем. 300 монет, 3 гемасика, 80 карт на Титана, 80 карт на Спарки, 40 карт на Морти. И все, ребята, на этом все. Реально, 15-й сундук был что-то какой-то очень слабенький. Даже ни одного усилителя не выпало, не говоря уже о танках. Ну что, ребятки, мы имеем за 15 открытых эпических кейса на абсолютно новом аккаунте. Тут всего лишь, как вы видите, 43 медали. Самый-самый новый аккаунтик, ребятки. У нас ни одного сундука не открывается. У нас уже есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 танка за 15 открытых эпических сундука. Но, ребята, правды ради, мне выпали только вот эти 5 танков из 15 эпических сундуков. И самый крутой из них считается Гэтлин. Он редкий, ребята. А все остальные, ну, как бы тоже редкие. Ну, то есть редкий мне выпал, это максимально. У меня не было ни Шифта, ни Арахнида, ни уж тем более легендарных Скорпиона или Конга. Вот такие вот результаты, ребята, в этом первом ролике. Это первый ролик. Еще 4000 монет у меня накопилось. Собственно, конечно же, куча повышений. Куча нужно прокачивать все танки уровней. Ребята, мы будем продолжать эту рубрику, мы прокачаем этот аккаунт до максимума, можно сказать, чтобы все танки выиграть и все стали 15 уровня. И только после этого мы пойдем сражаться, ребята, на 43 кубках против других игроков, да. Так что обязательно ставьте лайкос, подписывайтесь на канал, а с вами был Артимен, всем пока-пока.